Всем привет! Я сегодня провожу мастерскую по инфографике в Центре инноваций и предпринимательства Мектори. Кстати, иду я сейчас не через лес, как вы можете подумать. Я всего лишь гуляю в достаточно большом районе таллинском под названием Мустамаа. Здесь очень много сосен, поэтому пока я иду до этого центра, я еще и прогуляюсь и подышу свежим воздухом. Итак, наши эстонские школы сейчас вовлечены в один очень интересный проект под названием «Digipöörä» на эстонском языке, что переводится как «дигитальный переворот», «цифровой переворот». Подключаются к этому проекту несколько школ, они проходят обучение, и после этого обучения, которое длится несколько месяцев, они участвуют в конкурсе. И та школа, которая выигрывает конкурс, получает от Самсунга денежную премию для того, чтобы школа могла закупить, допустим, Samsung планшеты и затем работать с ними в школе. И вот в рамках этого проекта, в рамках одного из учебных дней этого проекта, я и провожу мастерскую по инфографике. Кстати, могу сразу сказать, с каким инструментом мы будем работать в рамках этой мастерской. Это инструмент инфограмм, достаточно легкий, простой в использовании, который бы порекомендовала бы каждому учителю взять на заметку. Ссылку на этот инструмент я поставлю вниз к описанию к этому видео, так что прокрутите немножечко страницу ниже и найдите эту ссылочку. Можете воспользоваться этим инструментом. Инструментов для создания инфографики на самом деле достаточно много, но я работала с двумя лично, это инфограмм и Easily. Простые, интуитивно понятные, легко использовать в учебе. Этот центр настолько непримечательно выглядит снаружи, что когда я первый раз сюда попала, оказалась здесь рядом, то подумала, что я ошиблась, и может быть это не тот центр, куда я должна была прийти. Что здесь написано? Так, здесь висит расписание. Ну, я пошла искать свою аудиторию. Save it for the road ahead. 'Cause where you gone, you ain't coming. Ага. Вот это моя аудитория, где я должна буду работать. Лаборатория логистики. Ох, вот это класс для обучения. Это даже классом не назовешь.
я всегда мечтала принять участие в какой-нибудь конференции или в какой-нибудь мастерской, где использовались бы вот такие мешки для сидения, чтобы на них плюхнуться. Все, я приняла удобную позу для получения знаний. Невероятно удобно. Мне нравится. Я так бы слушала, бы и слушала, и слушала. В этой переговорной в японском стиле стоят такие деревянные японские сандали в форме скамеечек. Вот интересно, у меня сразу возник вопрос. Они стоят здесь для красоты, для антуража или все-таки одеваются людьми, которые входят сюда? Игровая лаборатория. Ух ты, даже холодильник с мороженым. Любой выберет здесь мороженое по своему вкусу. Привет-привет! Посмотрите, какая креативная идея. Написать на ступеньках, сколько ступенек ты прошел и сколько калорий ты потерял. Дойдя до 32-й ступеньки, ты теряешь 3,2 килокалории. Мастерская подошла к концу. Я была невероятно рада увидеть на этой мастерской по инфографике и своих знакомых коллег. Было приятно с ними пообщаться. А сейчас я иду в технический университет. Благо здесь 500 метров всего лишь расстояние между центром Мектори и техническим университетом. И иду я туда на лекцию к Юри Курвиц. Он сегодня проводит лекцию, и, по-моему, даже не одну. И, кстати, у меня есть такая идея. Я хочу взять свою любименькую камеру GoPro, прийти с этой камерой на лекцию к Юри Курвиц и снять прямо во время лекции, как он проводит занятия по сценарию перевернутого класса. Каким образом работают студенты у него на лекции, какие задания они решают, как они работают, как они общаются и так далее. Если вам нравится эта идея, то обязательно жмите лайк под этим видео или оставляйте комментарии. И тогда я обязательно найду время для того, чтобы снять для вас это видео. Спасибо, что посмотрели. Спасибо, что были с нами. Обязательно заходите снова в гости на мой канал. Подписывайтесь. И всего вам доброго. Пока!